Чемпион мира 2006 года по чанбаре Максимилиан Яковлев завоевал 3 золотые медали открытого чемпионата России. Вместо настоящего холодного оружия в чанбаре участники используют их спортивные аналоги – эластичные надувные клинки. 13-летнему бойцу не было равных в поединках короткими мячами, коротким и длинным мячом и двуручным мячом. Во всех трех дисциплинах серебро досталось Андрею Вершинину, бронза Максиму Снегову. Всего в чемпионате России приняли участие более 100 бойцов из 8 регионов.